Смотрите, есть управители среды, которые получают права отличные от всех остальных участников.
они могут зарабатывать как банк на транзакциях, на удостоверениях, на страхованиях, на подтверждение каких-то действий, потому что вам дается право, вам дается доверие. В блокчейн-следах там доверие как бы распылено и непонятно, кому можно доверить. Они говорят, мы сделаем контракт, DAO. Ну, как вы доверитесь людям, которых вы не знаете? Ну, все равно какая-то обман. Здесь же доверенные люди, они как бы платят некоторую сущность вначале, да, там деньги, получают эти права. Все знают, кто это. И что, если что-то накосячил, то они все знают, что вот это вот доверенное лицо, это может быть там большой банк, это может быть там ЗАГС какой-нибудь, это может быть там областная какая-то муниципалитет и прочее. Спасибо. Ну что ж, 3, 2, 1. Закончено! Закончено! Уважаемые!